друзья, подписчики мои. Ну что ж, сегодня настало время путешествий. Нет, не то сказал. Настало время потестировать бёрсту Спригана. Да-да, друзья мои, вот он, Сприган. И это, друзья мои, финальные батлы этого года. Вот такие дела. Итак, у нас сегодня бёрсту Сприган против волчков из своего сезона 6-го, а.к.а. Погнали, первый соперник, давайте сразу пойдем по слабакам, Чайнгербеус, ха, вот так оно делается, и так, о, какой непривычный, спокойный, тихий батл, такой, знаешь, Сприган так аккуратненько, и до свидания, Чайнгербеус, это было очевидно, это было слишком легко, но мы идем дальше, у нас, ого, это же Драгон. О, Гатлинг Драгон! Ого, прямиком с Дикого Запада, из Флориды! Ого-го, ничего себе! Вес одного соперника 100 килограмм, вес второго соперника 150 килограмм. И до свидания, Гатлинг! Всего тебе хорошего и наилучшего! Иди снимайся в вестерны! Мы идем дальше! У нас соперник... Вот это уже серьезный разговор! Это уже Проминенс Феникса против Бёрсту Спригана! Ого! Рама сразу слетает по арене, носится как сумасшедшая. Феникс не понимает, что ему теперь делать. Он оказался в максимально странной позе. Но ничего, батлы продолжаются. Вот это да, Феникса возникают проблемы. Бёрсту Спригана драйвере Фьюжн творит историю. Вы только посмотрите, что творится. Проигрывает, да, господа Феникс. Ничего страшного, Бёрсту Спригану еще готов. Он готов бороться со всеми. Итак, следующий соперник у нас Роктавор, ничего себе. Мы видели, как он неплохо справлялся с Роктаворами из бустеров, но что будет с оригинальным Роктавором? Стандартным, классическим. Ого! Роктавор настолько испугался Спригана, что сам утилизировался, но ничего страшного, мы такого не допускаем. Мы будем перетестировать. Вперед! Сразу удары, сразу пошли в атаку. Роктавор решил сразу нападать. Не знаю, удастся ли ему это или нет. Посмотрим. Очень хороший бой, хорошо идет. Ого! Столкновение в центре ринга, ничего себе. Опасный момент для Роктавора. Роктавору конец, нет, Спригану конец, ничего себе. Роктавор побеждает. Хорош, вот это мощь, я понимаю. Мы двигаемся дальше. Вот он, наш чемпион. Инфинити, Ахиллес. Или вот этот не Инфинити, по-другому. Ну, неважно. Зест Ахиллес. Что это такое? Ого! Ничего себе! Зест Ахиллес отправляется домой на скамейку запасных в автобусе для лузеров. Ничего себе! Мы идем дальше. Wine Knight от компании Таракан Томми. Погнали! Вау! Бёрст Сприган влетает в ринг. Ничего себе! Сразу, посмотри, сразу набрасывается на Кнайта. Кнайт ничего не может сделать. И до свидания. Все. Слушай, но Бёрсту Сприган, какой же он шикарный. Он прям пушка. Мы идем дальше. Кто остался? Кто из таких ребят еще остался? Hello Kitty. Hello Kitty. Итак, ну чего? Вперед, Hello Kitty. Или Kitty Goodbye. Станет ли это последним битвой в ее году? Это будет либо поражение, либо победа. Узнаем прямо сейчас. И ого, и да, посмотри, причем, обратите внимание, Сприган побеждает не даже не по выносливости, а наносит такие удары, чтобы соперник кренился и падал. Вот это здорово! О, сегодня пришел к нам главный Проминенс Валькири, сильнейший среди своего вида бейблейдов, скрещение, Дед Феникса, не успел я договорить, скрещение Дед Феникса, Проминенс Феникса и Савьор Валькири, это три в одном, это просто смерч, ураган, буря, торнадо, но мы будем играть, Спригану предстоит нелегкий бой, но мне кажется, у Спригана вопросов не возникнет. Итак, опасный момент для Феникса, что творится, что для Валькири, Проминенс, извиняюсь. До свидания, Проминенс Валькирия! Вы только посмотрите, какой монстр нам попался сегодня. Кто еще остался? О, ну давай, бог бой века максимум. Белял против Бёрсту Спригана! Ого, машина для уничтожения бейблейдов, максимум Белял. Не понимает, что происходит, он пытается доминировать своим весом и грубой силой, но не получается ничего. Вот это поворот, друзья мои, ladies and gentlemen. История творится на ваших глазах. In your eyes to the history now. Побеждает Бёрст Сприган. Шикарный Вейблейд, абсолютно супер. О, Астрал Сприган, младший братишка, погнали. Ничего себе, кто же победит?
мощь или скорость? Скорость или сила? Сила или безумие? Ого! Баланс или защита? Лево или право? Левая палочка Твикс, правая палочка Твикс, Оби-Ван Кеноби или Энакин Скайуокер? О, ну они равны, ребята, они равны. Вы только посмотрите, какие они мощные, классные волчки. Так, опасно. А у нас побеждает, между прочим, Астрал. Вот так, на минуточку. А мы идем дальше. Машина Burst Prigan неостановима. Она хочет еще соперников. О, Savior Valkyrie у нас следующая влетает в ринг. 3, 2, 1. Бейблейду! Burst! Ого, подлетает на своем пружинном драйвере, но это ее не спасает. Burst Prigan, опасно, что творит Burst Prigan, ничего себе, он проигрывает Savior Valkyrie, вот это у нас не поворот, у нас сегодня реально какой-то пушка-гонка контент, нереально круто, очень классно, очень быстро все мы идем, хорошо, кто следующий? О, Greatest Raphael, я его называю, потому что он реально великий, великий Beyblade, погнали, на драйвере Super Mega Extend Plus, ого, да, что такое, все соперники боятся, они первым своим действием берут как бы паузу, они останавливаются, они не знают, что происходит. Посмотри, насколько доминирует сегодня Sprigan. Обалдеть, шикарный волчок, мне очень нравится. Мы двигаемся дальше, друзья, мы не расходимся, мы двигаемся дальше. У нас следующий бой века вечера года. У нас Фафнирчик Ваниш. Чистый Фафнир против опасного взрывного Sprigan. О, бой тихий, спокойный, да-да-да-да-да, потому что Фафнир, он резина полностью, а Sprigan не совсем полностью и немножко, может, вообще нет там резины, поэтому кто знает, но бой явно необычный, бой сегодня подобного боя мы не видели. Sprigan должен сразу бросаться в атаку и доминировать, но такого не происходит с Фафниром, вот что происходит у нас сегодня, абсолютно спокойный, скучный, размеренный бой, но ничего страшного, своими веселыми комментариями он становится еще и веселее, а с подпиской на канал, она бесплатная, если что, еще круче становится, получи больше эмоций от просмотров этого матча, в комментариях напиши, кто что-то победит. Ого, ничего себе, Фафнир перекрутил, обманул Sprigan, но ничего, у Sprigan есть левосторонний режим, так что это все мелочи. А мы двигаемся дальше, у нас остаются... Ну вот он еще остался. Давай побатлим его. Итак. Вперед! Я просто хотел этого найти Персеуса, а что-то я его не вижу. Персеус! А где Персеус? Мам, дорогая, выбивание с ринга для Sprigan, друзья. И пока я отвлекся, искал для вас Персеуса. А, вот, нашел Персеуса. Хочу батл с ним, хочу батл с ним. А, друзья мои, ladies and gentlemen, пожалуйста, на канал подпишитесь. А в новом году много всего интересного, не пропускайте. Погнали! Burst Sprigan против Персеуса, друзья мои. Вот такое у нас сегодня было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылка на все описание к этому ролику. С вами был лучший непревзойденный ведущий Бейзон. Огромное спасибо, что вы все со мной. Всем удачи, всем пока, пока, до новых встреч.